Традиционно август считается временем бахчевых. Люди закупают арбузы и дыни десятками. 3 августа во многих странах мира отмечается даже День арбуза, поэтому наша съемочная группа сегодня тоже отправилась на поиски самой спелой ягоды. Сейчас Казахстан, Астрахань. Только первый Астрахань идет, а до этого Казахстан. Какие лучше? Конечно, наши, астраханские. Потом будет камышинский. Он должен быть, знаете, звон такой иметь. Если будет легкий, он может быть не спелый. Он должен быть обязательно каждый тяжелый, партию, понимаете, весло, чтобы не быть пустым. Вот в основном вот так надо вот. Знать, и чтобы прямо звук был от него такой, знаете, вот. Арбуз должен быть большим и тяжелый. А вы помните самый большой арбуз вот на своей памяти? Какой? 27 килограмм в том году. Сами большой. Съели сам или продали? Продали. Чуть меньше себя взяли. Вам детишек покушали. Хотите, я сейчас открою, угощу вас. Будете? Будем. Давай. А помните, когда в детстве первый раз арбуз попробовали? Ой, это было так давно, вы знаете. Мы их не, просто не считали, мы просто шли вот на поле и брали, даже никто слова не говорил. Какой самый лучший, на ваш взгляд, арбуз? Я в этом ничего не понимаю, мне самое главное, что вкусно было. Вот я сейчас иду и думаю, хотелось бы купить арбуз, но знаете, мне что не устраивает у них? Они слишком большие. Вот мне, например, такой в жизни не съесть. В Самаре сотни развалов с арбузами и дынями. И, конечно, наша миссия оказалась успешной. Хвостик сухой, звук хороший. Забираем эту ягоду на телекомпанию.